Кто сказал, что нельзя стать чемпионом, находясь на карантине? Последователи УШУ нашли выход из ситуации, проведя первенство России даже в режиме самоизоляции. Благодаря интернету и современным мессенджерам, судьи, которых отбирали со всей страны, наблюдали за видеозаписями выступлений спортсменов. В таких условиях экспериментальность турнира ни в коей мере не отменяет его успешности. Максим Курманов стал одним из двух медалистов, представляющих Тюменскую область. Правда, в упражнениях с наньдао, мечом, ворваться на пьедестал подсчета ему не удалось. Зато в виде наньгунь, или иначе южная палка, он выковал себе почетную бронзу. Ну, конечно же, нету предела совершенства, вот, как всегда мне говорили. Ну, я считаю, третье место – это в любом случае для меня это неплохо. Это мое второе третье место. Первое третье место я занял в 2018 году на чемпионате России тоже. Да, в какой-то мере хотелось все-таки золото получить. Вот, но третий результат, я считаю, это тоже достаточно достойный результат. И в будущем, конечно же, я буду стараться делать все лучше и лучше. Еще один тюменец, Давлет Сайбаталов, принес в копилку региона сразу две медали. Мастерство сибиряка оценили серебром в дисциплине тюань, кулак, и бронзой в гуньшу, длинной палке. При этом наш земляк выступал на первенстве, едва залечив повреждения менисков на обоих коленях. Честно, я недоволен своим результатом. Меня многие утешают, говорят, что я после травмы, после психологической даже травмы, что я, так сказать, достиг неплохого результата, но я недоволен своим вторым и третьим местом, я хотел золото, к сожалению, у меня не получилось. Чего именно не хватило? Наверное, уверенности. Отличительная черта нынешнего первенства, естественно, дистанционная борьба за медали. Перед атлетами не было трибун со зрителями и арбитров у судейского столика. На видео спортсменов записывали родители, друзья, родственники. И делать они это могли безграничное число раз. Возможно, кто-то скажет, что таким путем пропадал соревновательный мир. Ведь на полноценных турнирах у тебя есть лишь одна попытка. Однако не стоит забывать, что сама организация состязаний в таком виде уже стала небольшой, но общей победой в период, когда весь мир сидит дома. Было в каких-то моментах страшно, что потом все равно это будут осматривать судьи, но все-таки, когда ты отправляешь видео, не так все это передается. Конечно, когда я смотрел за своими результатами, да, смотрел видео других, конечно же, все равно я нервничал, вот, и поэтому все равно это, я считаю, это очень хорошо, что такие соревнования провели. В категории с палкой я снимал 3 раза. Если не 4. А с кулаком было немного уже потяжелее. Я снимал один у себя дома. На площадке это было плюс-минус 10 раз. То есть вот так. Для этого и были созданы эти соревнования, чтобы поддержать дух всех спортсменов, чтобы они не сдавались, а снимали видео, да, и тем более не уходили из спорта. Конечно, вряд ли коронавирус может повлиять на желание завершить профессиональную карьеру. А вот на возможность поддерживать спортивную форму, особенно когда тренировки проходят в уличном формате, вполне. Но и здесь тюменцы действуют по принципу «вижу цель, не замечаю препятствий». На самоизоляции, конечно, то есть у меня даже есть знакомые, которые просто боялись уходить на улицу. Но, как мне сказал мой очень хороший друг, мы спортсмены, нам нельзя болеть. Ну, я тренировался, да, иногда выходил на улицу все-таки, вот, потому что там и места побольше, вот, и я занимался, все, как говорил тренер, и из-за этого я смог достичь этого третьего места. Тюмень на чемпионате и первенстве России представляли также Ильдар Баталов, Савелий Гончаров, Полина Ксенофонтова и Кирилл Лагутин. Некоторые из них остановились в шаге от пьедестала, а это значит, что есть к чему стремиться.